А давайте вместе с магазином Хип-Хоп немножко развенчаем. Развенчаем тех, кто вам говорит, что приходите. У нас сверхдешевые ценники. Ну, давайте определимся. По сути событий, да? Весь ширпотреб, грамотный, качественный ширпотреб делается в двух странах. Это, естественно, Турция, это, естественно, Китай. Почему люди вам говорят, что ценники опустились? Я сейчас объясню, почему. Потому что я тут недавно был в Турции и посмотрел, что турки сделали то же самое, как и россияне, они в два раза опустили доллар. Лови-ка ты доллар далеко-далеко и в могучее плавание. Да, такое случилось. То есть сегодня и сейчас Турция говорит, приезжайте к нам, уважаемые россияне и гости нашей страны. Потому что ценники не увеличились. Ценники как были дешевыми, так и они дешевыми остались. И по сути событий, мы говорим про магазин Хип-Хоп. То есть ценники не увеличились здесь вообще. Как они были, когда доллар стоит 32 рубля, так они такие сейчас и есть. Только сегодня мы начинаем понимать, что хорошего человека должно быть много. Это большие и, как правило, изумительные люди. С ними приятно жить. С ними жить классно. Ну и я, по сути, человек не маленький. Но для меня хип-хоп правило. Я одеваюсь здесь. Ну, в России. Лучшая одежда, лучшие кроссовки. А что еще нужно с нормальными некосмическими ценами? Но сам хип-хоп ориентирован на большее. На одежду для полных мужчин. Полнее и ароматнее, чем я. Я же, по сути, оптимистический пессимист. А они-то нет. В них жизнь течет. С ними радостно. И хотя человек ростом в 2 метра, но есть вариант еще и побольше. Вы такой не маленький парень, да? Если честно. А это еще больше размер, что ли? Да, я удивлен, что здесь еще, кажется, есть больше размер, чем мои. Казалось бы, что мне по городу вообще сложно найти свои размеры. Оказывается, нет. Есть еще больше, поверьте мне. Поэтому тем, кому нужны больше размеры, сразу в хип-хоп. Везде втирают про модный и крутой ассортимент. Ну, может быть, я не прав, но подойдя ближе к такому ассортименту, я объясняю Турцию. Турция – это моя часть. Но Турция по климату – это не субтропики. Субтропики – это 25 километров рядом с Средиземным морем. А так это горная страна. Не такая, как Урал, но я-то ездил и зимой. И температура колебалась от минус 5 до минус 15. Горы те же, снег, идеальный снег, который, тая, дает всей Турции уникальную возможность пить чистую воду. Вот она какая Турция. А зная, что в стандартном ширпотребе она делает даже Китай, думайте о том, что не только турецкими помидорами и огурцами сыты мы будем. Они родоначальники моды, всей европейской. Но мне город Магнитогорск нравится. Потому что это не Москва с этими дебильными пробками. Это не Екатеринбург, те же самые дела. Это не Самара, слишком большой и длинный город. Это лучшие города России, если честно. А в остальном, дороги у нас хорошие. Оказывается, что можно спокойно жить и отдыхать, и здесь в том числе. Ну да, город Магнитогорск, наверное, для меня родной город в первую очередь. Потому что, несмотря на то, где бы я ни был и где бы ни было хорошо, дома всегда лучше, да? Но тут еще есть возможности, понимаете, люди, которые живут в городе, дают определенные возможности. Наступила зима, пришел новый сезон, пришло время обновлять гардероб, поэтому все сейчас в поисках того, как выглядеть хорошо и ярко, а самое главное, удобно и тепло зимой. Узнав, конечно, об новой коллекции, которая пришла в хип-хоп, ну, я поспешил сюда за новыми вещами, поэтому я... Думаю, что каждый из людей, который имеет нестандартные размеры, обязательно найдут себе здесь что-нибудь, чем удивить, во-первых, друзей, гостей, куда, в чем сходить в гости, на праздник, на мероприятие, тем более есть костюмы, костюмы классические, поэтому, ну, мне, например, сегодня прям душу порадовало то, что сегодня представило вниманию магазин хип-хоп. Поэтому, кто желает, тот всегда найдет. Кто ищет, то тот всегда найдет. Есть такая пословица, и это правда. Вот я вижу на вашей... Это замечательная толстовка. В действительности толстовок Россия не производит, но тем не менее это есть. Ну, конечно. Прежде чем думать, ехать ли за товарами в другие страны и города, можно, в принципе, и найти за ту же самую цену и качество, и ассортимент здесь, в городе. Просто знать, где это искать. А мы это делаем. Ну, да, мы даем возможность узнать, где красиво и качественно одеться.
Круто, вкусно, правильно и недорого. Турция рухнула доллар и вернулась к рублю. Зачем? Да за тем, что она все делает сама. Разве что в космос не летает. Но в космос она полетит с Россией. Так же, как при всей нашей крутизне, Турция дает нам все тоже и по той же цене, и по уровню 2014 года. Поверьте мне, я-то знаю. А цены турецкие изумительные для вас в хип-хопе. Ну, как вы прекрасно поняли, я являюсь поклонником магазина «Хип-хоп». Потому что все, что на мне, ну, из того, что на мне висит сегодня и сейчас, это пуховики и толстовки. Ну, скажем так, все пуховики купил себе здесь. Потому что это клево. Клево и недорого. Покупать вещи изумительного качества и по отличной цене. И не сильно дорогие для россиянина. Где все это делается, здесь в магазине «Хип-хоп», естественно. Толстовки, это клево. Все толстовки, мои последние, я купил себе здесь. По одной простой причине, ну как-то вот не так часто я стал куда-то выезжать. Хотя, в принципе, так же езжу. Но если мы будем говорить про толстовки, то в Индии толстовок нету. Так же, как и на Кубе толстовок нету. В Китае толстовки есть. Но зачем это нужно, когда у вас есть магазин «Хип-хоп», который располагается здесь, на Ворошилова 29.